Добрый вечер! В эфире 35-го телевизионного канала, как задается сейчас, программа Добрый вечер у нас традиционно цікавий и это співрозмовник. бесвозможных. Серед Анатолий Григорьевич Дюбин, по честной Миколаева, депутат Миколаевской міської рады, представник фракции партии ⁇ Позитивный блок ⁇ Добрый вечер! Добрый вечер вам! Итак, Анатолий Григорьевич. Встречаемся в канун Нового года и Рождества. Традиционно подводим итоги уходящего года. Говорим о планах на год наступающий. Как вам уходящий год? Один из, слож, из сложнейших вопросов для меня лично, потому что год был очень сложный. И не только для меня, для страны, для города, то, в общем-то, и для семьи. Сегодня в двух словах сказать, как-то ну, не получится. Но сложный год был и для жителей города Николаева, для моих избирателей. Ну, много, так сказать, есть составляющие, которые сегодня... На эту тему можно говорить, в общем-то, все эфирное время. И... Что придало и... с вашей точки зрения жизнь города? Что придало жизнь страны? Ну, вкратце, ну, значит, вы же понимаете, с чем я, в общем-то, и не согласен. Каждый житель, наверное, что немножко, конечно, тарифы нас подвели. Это наболевший вопрос. Вот буквально час назад я встречался, был на утренниках, в школах, в двух детских садах. Значит, и люди вот один из главных вопросов: что будет, что будет, что будет, что будет. Поэтому вот это, слож... вот это Вот это главный вопрос. Вот. Усилия у людей на устах. Ну а так, в принципе, других вопросов и, и я и не слышу. Я очень часто встречаюсь со своими избирателями. Вот это главный вопрос, который синял у людей на устах. Николаевщина, в этом созыве очень так серьезно представлено в Верховной Раде достаточно много народных депутатов. Как оцениваете работу местных органов власти, сотрудничества местных органов власти и народных депутатов? Вы знаете, я хочу сказать, что если плавно перейти за нашу городскую власть, за областную, но это мое мнение, я отслеживаю эти моменты, то хочу сказать, что я многих губернаторов знал, не просто там понаслышке, с некоторыми дружил, в хороших отношениях был. Я могу оценку давать, но хочу сказать, что нынешний губернатор Алексеевич, ему досталось самое сложное время. Безусловно. Вот вы знаете, не просто сложно, а очень тяжелое время. Уже хотя бы я прошу прощения, потому что в стране идет война. Да, уже и вы, только и вы одно знаете, это накладывает отпечаток. Я так отслеживаю, и я, в общем-то, несколько раз, как говорится, имел, ну, были встречи на коротке, но хочу сказать, что оценка такая моя, что он сумел сплотить вокруг себя людей. И у нас самая спокойная область, вы обратите внимание, прошла область спокойно, без таких всплесков. В то же время и силовики сработали. Если кто-то думает, что это просто так должно быть, и вот наши телезрители, они глубоко ошибаются. Это ежедневная, рутинная работа, вот, держать руку на пульсе, вот. держать руку на пульсе ежедневно, ежечасно, если хотите, ежеминутно, вы посмотрите где-то там полыхнуло, где-то там, где-то там какие-то забастовки. У нас это все тихо, спокойно произошло, проходит. И это только его заслуга. Я же еще раз говорю, что не настолько близк я в отношениях, вот. Но я даю оценку. Оценка, конечно, заслуга сегодня очень большая. Если не самая главная заслуга, это губернатора. Он сумел вокруг себя сплотить и областной совет. И что там греха таить? И на сегодняшний день, в общем-то, и городской совет, это его тоже заслуга. Потому что, если идет такая разобщенность, на фоне здесь появляется Алексей Юрьевич, вот, и тишина, и спокойствие. Как оценили ситуацию в городе Николаеве? Работу городской Ну, власти. в принципе, вы знаете, честно, так как бы сказать, работа постоянная работа идет на результат. Много очень интересных проектов есть. Я один из тех депутатов, которые бывают на комиссиях, на архитектурных значит, заседаниях комиссии. Значит, я очень часто бываю на комиссии, вот была недавно комиссия, и ваши представители там были. Вот, что какое будущее нашего города на ближайшие 2-3 года. Это и Соборная площадь, и Советская. Я, например, сторонник этих вещей, потому что должно быть движение вперед. Ну, разве можно в таком состоянии на сегодняшний день центральную площадь города оставлять? Денег всегда будет мало. Однозначно. Если сегодня и городской голова, и, и архитекторы города за эту тему взялись, в конце концов провели конкурс, вот. прошли, так сказать, все согласительные комиссии, вынесли на общественность этот, этот вопрос, именно на общественность. Вот. И общественность сказала, а вот этот проект лучше. И я был на э, согласовании этого всего, этих проектов. И действительно, неплохая соборная площадь. Ну скажите, ну когда-то же начинать нужно, когда-то когда нужно это делать. Вот почему? Винница э, имеет э, прекрасную свою центральную площадь. Что? Винница, там 300 тысяч населения. Одесса рядом. Херсон. Мы что, хуже других? Поэтому я э, из категории тех людей, которые смотрят немного вперед и считают, что эти вещи нужны. Как оцениваете работу городского головы? Вы достаточно так вот комплиментарно отозвались о работе губернатора. А что думаете по поводу городского головы? Во всяком случае я скажу таким образом, что я все время в контакте с городским головой. Может быть, не всегда он и хочет и двери открыть, но, как говорят в народе, кто хочет добиваться цели, он добивается. Я приведу один краткий пример. Ничего личного, прежде всего. Я много лет, много лет, я лично занимался вопросом покупки детского сада. Это долгая, огромная тема, сложная для тема. Для города детского М? сада, для города. Для города. Они, ну, ну смотрите, там э, этот детский садик, это 15-й детский садик, он в свое время был ведомственный. Там находится э, э, несколько кругов депутатов. Значит, э, никакого там не оппозиционного блока. Я вообще считаю, э, мы депутаты городского совета. Поэтому, э, ну почему-то, как говорится, на слуху я. Но это неправильно. Я призывал депутатов, ну, давайте вместе. И в результате что получилось? Последних два года, но ну, это вообще тема каждой сессии. В этом подтверждение вы отслеживаете все события в городе, которые проходят. Вот. А в этом году вышли на финишную прямую. В начале года заложили в бюджет этих 18 миллионов. Наконец-то с 36 миллионов дошли до 18 миллионов. Вот эта цифра уже есть. Сессия подтвердила. Все, 18 миллионов выделили, подчеркиваю, в январе месяц этого года выделили, в течение года эти деньги лежали, ну что, осталось купить, все. Нет, рутина и так далее, и тому подобное, комиссии, значит, вторичная оценка и так далее, и тому подобное. Дошло до того, что руководители фракции начали решать эти вопросы, и там тоже не нашли понимания, так сказать, полного. Потом опять этот вопрос выносится на сессию. Для чего? Непонятно, уже шершела сессия. Значит, управление образования никогда такие объекты не покупало. Вот. Дрожь в коленках. Ну, чего вы боитесь? Если вы, руки у вас чистые, нормальные мозги покупаете, никто вам слова не скажет. Нет. И вы знаете, что мне понравилось. Мне буквально за две недели до этого городской голова говорит. «Анатолий Ильич, я тебя прошу, вы не берите сильно в голову, мы, я беру ответственность на себя, мы его до Нового года все равно возьмем». Вы знаете, я так посмотрел на него, думаю, ну, э, ну, почему-то до конца не поверил, знаете. Но здесь же закрутилась вопрос сессии, начались другие вопросы. Ну, если кто-то не знает работу городского головы, придите в приемную или хотя бы сделайте... Вот, э, э, вот, пошлите с вашего журналиста в течение дня, пусть он в течение дня побудет Мы с, посылали, не с городским с городским головой, и он увидит, что это за работа. Это тяжелейший тяжелейший труд, тяжелейший. Поэтому он принял этот вопрос, взял на себя и с полком принял решение покупать этот детский садик. Вот, потом опять на сессию. Там «Война и мир» это уже третья серия была. В конечном итоге вопрос этот закрыли на сессии, все-таки проголосовали. И поверьте мне, в период, даже вот когда у нас бюджетная сессия шла, Александр Федорович в 36 подписал эту платежку. Вот. И наконец-то мы, я могу и зрителям, нашим телезрителям и моим избирателям сказать, наконец-то мы приобрели этот детский садик. Конечно, здесь мало сказать, что заслуга Александра Федоровича, она есть. Это его решение было, я хочу сказать, здесь и всем депутатам. Вот, конечно, в конечном итоге прониклись они тем, что это не только для Дюмина нужно. Но это полдела. Мы купили все лишь здание. Безусловно. А вы знаете, у нас в микрорайоне, у нас в Ленинском районе, или в Ингульском районе, точнее, Произошло, что один детский садик мы отселяем. Вот. Но там аварийная ситуация, действительно. И второй садик у нас сегодня аварийный. И кто возьмет на себя ответственность, чтобы этот садик функционировал, не дай бог что-то произошло. Ни я, ни кто-то другой третий десятый не возьмет. Никогда. И власть тем более. То есть нужно идти на какие-то жертвы. И люди должны это понимать, что это только делается ради благополучие и спокойствие детей, чтобы никаких травм не было. Поэтому сегодня назрела необходимость, как никогда. И у нас был договор, и пообещал Александр Федорович. Вот. Простите. И был разговор о том, чтобы финансировать в этом году и проект. И в конечном итоге его нужно заканчивать. И решать вопрос о том, чтобы там этот детский сад функционировал. Конечно, в перспективе я хочу, там, чтобы это не просто детский сад был, а детский комбинат, соединить эти две, два детских сада. Ну зачем две кухни рядом, 15 метров от, от сада? Зачем два актовых зала? Это же можно койко-место увеличить больше. Но это в процессе уже, так сказать, проектирования мы будем этот вопрос решать. Как оцениваете работу городского совета? Мы часто слышим нарекания, что, ну, собственно, и видим это, что выносятся вопросы на сессию, не голосуются, не набирают достаточного количества голосов, пленарное заседание переносится. С вашей точки зрения, почему это происходит? Вы знаете, вы... Я еще и потому спрашиваю, я прошу прощения, что вы сторожи у нас, собственно, городской политики и городского совета, опыт большой. С точки зрения этого опыта, что происходит, что не так? Вы знаете, вы журналисты, и я член Союза журналистов. Я тоже пишу, я, так сказать, эту кухню знаю изнутри. Вот. И вам все-таки проще немного. Вы осветили, и, а мы работаем. Подчеркиваю, депутаты городского совета это общественники, только наделены полномочиями. И у каждого из них, или каждому из них нужно еще кормить семьи. Поэтому у кого-то сложился бизнес, у кого-то не сложился. Кто-то вынужден елки продавать поднимается на весь город. Если это законно, а почему нельзя человеку это делать? Я сам начинал с елок. Вот. И елки продавал, и рыбу продавал, и вялил, и что ты хочешь. Но ну, жизнь так сложилась. И ничего в этом погубного не вижу. Моя мама стояла на рынке, продавала квашеную капусту. Ну ничего здесь сложного, не то, что сложно, ничего здесь погубного такого нет. Главное, не воровать. Поэтому каждый сегодня зарабатывает, понимаете, это, это первая составляющая. А Вторая составляющая: Коль ты шел, ты шел осознанно, э, становился депутатом городского совета, осознанно. Поэтому, Коль ты выбрал этот путь, ты находи время для того, чтобы решать эти вопросы. Вот здесь вот, конечно, есть сложности. Вот. Ну, сознание есть, допустим, у меня там и у большинства. Но я же не могу и вы в том числе кому-то сказать, вот так должно быть. Поэтому того сознания, как нужно, конечно, у некоторых депутатов оно отсутствует. Вот. И до сегодняшнего дня. Поэтому вот это первая сложность. Не сложно два раза в месяц прийти на сессию городского совета и решить городские проблемы. Это не депутатские проблемы. Это города, это общины, в конце концов. Мы об этом говорим, мы постоянно об этом я, вы знаете, я постоянно этот вопрос поднимаю, и на, послед, на, вот на последних сессиях. Ну, придите, пожалуйста, тем более, когда был бюджет. Неужели так сложно? Это же бюджет города на, на год вперед. Ну и хочу сказать, э, может, для кого-то это новость будет, но если бы, наверное, губернатор не вмешался бы, Вот, то спасти бы не, некоторые не приехали. И именно надо было вмешательствовать именно губернатора для того, чтобы принять бюджет города. Поэтому вот видите, какая. А вот, собственно, в том числе и в этой студии ваши коллеги, депутаты городского совета, говорят, что не дорабатывает городской голова. Не хватает дирижера к городскому совету, говорят депутаты. Вы знаете, не надо с больной головы на здоровую вот, или наоборот. Значит, у городского головы один голос. Один. И секретарь совета один. Голос. Поэтому и городской голова, и секретарь совета, они присутствуют на всех сессиях. Поэтому руководители фракции должны обеспечить явку своих депутатов на сессию городского совета. Крапка. Все. Вот так должно быть. А как там они это делают, это, это не мне решать. Коль вы, вы руководители фракции, вы обеспечите явку. Причем тут городская голова. А результативность голосования. Вот есть кворум, есть достаточное количество депутатов в зале, а вопросы не голосуются. Мы слышим нарекания на, под, на качество подготовки документов, которые выносятся на сессию. На то, что они не отвесили достаточное количество времени на сайте. Ну, здесь я с вами не соглашусь по одной причине. У нас крайне редко, крайне редко такие вещи бывают. Крайне редко, которые вопросы не, не, ну, так сказать, 20 дней не отвесили на сайте. Но мы с вами, горожане, мы должны понимать, прежде всего, одну простую вещь. Есть вопросы, которые нужно решать безотлагательно. Пример, пожалуйста, сегодня нужно отселять детей. Это нужно решать срочный вопрос? Нужно. Это нужно программу эту финансировать. Нужно. И, это это же город, это живой организм. И что? Мы будем ждать 20 дней, чтобы на сайте провисел тот или иной вопрос, который жизненно необходим для города? Ну что ж, мы сами себе противолезли. Жизнь вносит коррективы. Так и по медицине, вы понимаете, есть вопросы, которые нужно срочно решать. Но это уже, знаете, этих 20 дней, это для тех, наверное, депутатов, которые хотят... В очередной раз поставить галочку, что плохо, то хорошо, и потом идти с очередным иском в суд. Ну вот знаете, так сидеть за угла, ничего не делая и смотреть, как бы в очередной сделать пакость для того, чтобы очернить. Но это не, не касается только городского головы и секретаря совета, которая должна следить за этими вещами. Кстати, она эти вещи отслеживает конкретно. Я пользуюсь случаем сегодня в эфире, сегодня у нее день рождения. Вот я публично хочу ее поздравить с днем рождения, Татьяну Викторовну, пожелать ей здоровья, счастья. Вот. Нам очень повезло в этом созыве с секретарем совета. Очень. Я очень многих секретарей совета видел. Знаете, по-моему, по Пушкину к нему не зарастет народная тропа. Вот к этому секретарю совета она не зарастает. Люди идут к ней. Любые фракции, депутаты, они идут. А если идут в секторию совета, это значит человек на своем месте. Поэтому, если продолжить эту тему, она отслеживает эти вопросы. Еще раз говорю, жизнь вносит свои коррективы. И неважно, 20-15 дней, их нужно решать и срочно. Есть моя еще... точка зрения, моя позиция. Есть еще одна тема, которую хотелось бы с вами э, проговорить, а именно, не так давно открылась выставка «Кинбурн элит 2018» фактически взору николаевцев а, представлены работы художников, которые уже в восьмой раз посетили восьмой по счету пленер на Кимбургской косе, и организатором этого мероприятия, собственно, выступаете вы. Уже вот достаточно большое количество лет. Как вам картины, которые в этом году, собственно, стали результатом пленера? Вы знаете, у каждого человека есть свое хобби каждого и человек если увлекается чем-то полезным то это в радость и ему и окружающим я всегда говорил вот такие вещи каждый предприниматель зарабатывающий э, деньги ну прежде всего слово предприниматель он э, дает рабочие места государство ни в коем случае э, не должно мешать людям зарабатывать деньги. Потому что они самое главное делают вещи. Они дают рабочие места, и плюс они кормят эти семьи, и, и главное они налоги э, платят. Буквально несколько дней назад э, у меня была встреча, точнее, меня приглашал к себе Александр э, э, Савченко, вот. и губернатор мне говорит: Ну вот что, Анатолий Юрьевич, я говорю. Ну, ну, не надо бизнесу мешать. Вот. Он говорит, ну, вопросов нет. То есть я нашел полное понимание. Он эти вещи понимает. Буквально вот, э -э, планируется встреча с ним, вот, людей, которые занимаются бизнесом. То есть полнейшее понимание. Это очень важно. Не словом, а делом. Вот, когда понимает э -э, руководитель области, это очень важно. К чему я веду разговор? Поэтому одно из моих направлений – вот. Это, конечно, некоммерческий проект, однозначно. Он далеко не коммерческий, можно было так сказать, увеличить зарплату своим работникам и так далее. Да, в конце концов, самому себе где-то потратить на свои нужды. Я занимаюсь этим вопросом. Но вот смотрите, за 8 лет, за 8 лет значит, у нас побывало, вот представьте себе, значит, в этом году два планера было, весенний и осенний. Значит, 21 человек был. За те годы по 11-12 человек. То есть, представьте себе, где-то более 100 человек у нас побывало. Вот, художники. художники были всюду, подчеркиваю. Мы расширили, так сказать, свою зону. Вот. У нас в этом году из Египта были люди, у нас был итальянец. Вот. То есть мы выходим уже за рамки, так сказать, Украины. Я не говорю уже за бывшие СНГ, это и Молдавия, вот, и Румын у нас был. Ну, в общем, вот такой, такая география. И каждый художник в среднем написал за эти годы. Ну, в среднем 10 картин я беру, то до 12. Представьте себе, более тысячи картин. Они же не остались в городе Николаеве. Они разъехались по всему миру. Я знаю, где картины сегодня есть и в Израиле, и в Америке. Вот. Знаю, что в Египте есть. Я знаю, даже в Арабских Эмиратах проходила картинная галерея. Там выставка была. Как журналист журналисту вам говорю, вспомните, когда ваш коллега вот, Сато вернулся. И когда я вот здесь в студии призывал... Предпринимателей, давайте поможем. Саше. Это же у вас работала на да, Терещенко. Терещенко, Саша. Это было только 2014 или 2015 год, да? Да. Ну, 15 уже. Где -то. Конец 2014 -го года. Да. И тяжело человек пострадал, очень тяжело. Инвалидом остался. И я призывал, давайте предпринимателей, поможем. Ведь шо, всего лишь мало нужно было. 300 тысяч для того, чтобы протезы на руки, на руки купить. И в результате ничего, движения движение не пошло. И помогло нам что? Вот эти картины, которые были на Кенбургской косе, ведь каждый художник мне оставляет одну картину. Я привез город с и мы прямо на сессии городского совета Юрий Исаевич Грантуру тому подтверждение и вы, мы эти картины выставили. И в перерыве в сессии мы эти картины продали. Ну, где-то, я не помню, где-то около 70 тысяч гривен. Вы понимаете, можно сегодня кричать участникам АТО, нужно помогать. Да это наша прямая обязанность. Но мы не словом, а делом. Это уже изначально с Юрием Исаевичем это начинали. Более того, мы там установили лотерея такая была. Одни из первых мы внесли деньги. То есть и так по жизни оно шло все эти годы кричать на каждом перекрестке, помогать, помогать, нужно делом помогать. Поэтому эти картины, они приносят людям пользу. И мы в этом году сделали два, точнее, планер один, а две, значит, весенние и осенние, повторяюсь. И получилась прекрасная выставка, более ста работ. Тому подтверждение мне очень приятно, что был и Александр Федорович, кстати, Сенкевич довольно-таки глубоко разбирается и в живописи. Вот. И его ж тетя художник. Родственные связи. Да, родственные связи. И, кстати, я ее тоже приглашал, она приезжала. Я ее ценю мнение. Вот. И приглашал губернатора, но он извинился, что... я хотел, чтобы он посмотрел. Он же один из первых. Никто ж не сделал. А он открывал на Кенбургскую косу причал. То есть я хотел, чтобы он увидел с этой стороны Кенбургскую косу. Но выставка была прекрасна. Она до сегодняшнего дня функционирует. Вот. И люди идут, уже много работ купили. И это же, еще раз говорю, это же не бизнес-план какой-то или бизнес-проект. Это для души. И мы развиваем и будем развивать. Кстати, я сейчас планирую сделать зимний пленер. Ну, вы тоже знаете немного Кенбургскую косу. Скажите, кто-то писал зимние, есть ли пейзажи Кенбургской косы? Крайне мало. Негативно. Я лично не видел. Вот я хочу это, чтобы, так сказать, запечатлели на своих картинах. Поэтому у нас перспективы, так сказать, жития, бытия. То будет. есть проект не останавливается. Нет. Есть наши случае. планы по его развитию. Пока, как говорится, сердце бьется, оно будет функционировать. Хорошо. Однозначно. Подводя, подводя итог разговору. Встречаемся накануне Нового года, Рождества. Что хотелось бы сказать Николаевцам в этот день? Вы знаете, я хочу сказать несколько слов с вашего разрешения. Ну, прежде всего, мне хотелось бы, чтобы, наконец-то, в Украине был мир. Я мечтаю об этом. Потому что я сам служил в серьезных войсках, знаю, что такое война, знаю, что такое терять товарищей. Об этом я мечтаю. Думаю, мир будет. Это первое. Второе. Я хотел бы еще этому городскому совету работать два года. Чтобы не было вот этих политических распорей. Каждый должен понимать, что пройдет два года, кто-то останется в дальнейшем потом депутатом, кто-то нет. И каждому из них перед своей совестью, перед теми людьми, которые они будут встречаться по городу, в любом случае нужно держать ответ. Что ты сделал за эти годы? Вот что ты сделал? Занял ли, может быть, ты друг, друг, другого человека, который больше пользы принес бы? Вот. Я просто человек очень общественный. Я знаю многих людей в городе Николаеве. На округе у меня, в общем-то, проблем нет. Мы очень много в этом году сделали. Но сегодня не вечер отчетов, так сказать. Вот. И больше еще сделаем. Нужно не бояться встречаться с людьми. Нужно быть в гуще событий. Сегодня и так сложное время для них, а вы должны не словом, а делом им помогать. Поэтому прошу за этих два года просто повернуться к людям лицом, вне зависимости от политических партий. Я хочу сказать, что народные наши депутаты, а у нас их очень много, 11, я бы, конечно, не вправе давать политическую оценку кому-то, какую-то, но они могли бы очень много сделать в этом году. И мы к ним обращались неоднократно. Они могли для города много сделать. Очень много. Все-таки 11 народных депутатов. Это же не шутка. Если бы кто-то сегодня задал бы мне вопрос, а кого бы вы выделили? Ну так не может быть, чтобы все работали плохо. Я вот сегодня со всей ответственностью говорю, что я бы, наверное, сегодня... Ну, выделил бы, наверное, и знаю, сколько он сделал для города за, за этот год, это, конечно, только Желобецкий. Если бы хотя бы каждый вот столько сделал, как Желобецкий, вот, э, то результаты были для города существенные. И для области в том числе. Для области в том числе, если бы нардепы помогали губернатору, было бы больше. Потому что я знаю, как по другим областям нардепы работают. У нас было бы лучше. Вы смотрите, у нас два моста которые в аварийной ситуации. Мы неоднократно просили наших народных депутатов, пожалуйста, 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 а вот они не там. Поэтому у них каденция еще год. Вот за этот год, наверное, выборный год, наверное, они нам помогут. Я им Отпянутся. пожелаю, чтобы они, конечно, повернулись лицом ближе к городу. Ну, а остальное, что касается, хотел бы, конечно, прежде всего, поздравить вашу э, телекомпанию. Вы на правильном пути. Вот, вы в гуще событий, самое главное, вы освещаете ту правду, которая сегодня есть в городе. Вы не, политически не заангажированы, поэтому э, в таком направлении держать с Новым годом вашу компанию. Спасибо вам. Я хочу искренне своих родных, близких всех поздравить. Э, я прошу вас будьте здоровы, свою семью, своих внуков, своих близких. Хочу также всех своих избирателей. Я к вам, вы знаете, очень трепетно отношусь. Стараюсь каждого услышать. Я хочу поздравить директоров школ своих, 56-й, 42-й, э, свои детские садики, вот, заведующих садиков. Ну, всех, всех жителей своего микрорайона. Ну, будьте здоровы, пожалуйста. Мы преодолеем эти трудности, и у нас в районе еще будет лучше и краше. У нас практически действительно ни на минуту не останавливается что-то движение идет вперед, потому что мы работаем совместно. Вот я хочу всех Николаевцев поздравить. У нас одна из лучших елок, у нас уже не с чем гордиться, у нас неплохая ярмарка. Я хочу своим народным депутатам, депутатам городского, областного совета, ребята, давайте сплотимся как никогда. Давайте, у нас есть вокруг кого сплотиться. Вокруг нашего губернатора, нашего мэра. Давайте сплотимся. И за это время, оставшись на этой конденции, там, вот кому два, значит, давайте мы действительно людям покажем, что мы что-то можем. Чтобы поменьше было критиканства, политиканства. Давайте работать на город. С Новым годом вас всех! Анатолій Григорович Дюмін, почесний громадянин міста Миколаєва, депутат Миколаївської міської ради, був сьогодні нашим гостем. Відповідав на наші питання. Дякую, все найкращого. Успіхів вам і з наступаючим спасі большое. Спасибо вам.